Приветствую вас, друзья! Сегодня в видео я хочу переделать новогодний подсвечник. У меня есть такой вот старый, уже слегка потрепанный подсвечник. Выглядит он как-то скучновато, и примявшие уже шишечки здесь, и звездочки некоторые поломанные. Я хочу его переделать, сделать его более праздничным, выразительным, красивым, чтобы радовал глаз. Что мне для этого понадобится и что у меня есть? У меня есть искусственный снег, такой вот мелкий пластик, белый полупрозрачный. У меня есть такие ягодки рябины, блестки, беленькие, есть переливающие серебристые, есть совсем белые и перламутро белые. Также у меня есть со старых поделок тоже такие вот и шарики разноцветные, орешки, может, тоже их приклею к подсвечнику. Лак мне еще понадобится и клей-пистолет, горячий клей-пистолет. У меня уже стержни специальные. Ну и в принципе у меня все есть, и я могу приступать. А вам приятного просмотра, и может, что-то тоже себе возьмете на заметку. Может, вы тоже захотите переделать свой старый подсвечник, сделать его более праздничным, новогодним, красивым. Итак, поехали! Вот я разобрала ягодки, теперь у меня получилось таких 5 веточек. И первым делом я их прицеплю к подсвечнику нашему. Выберу какое-то место получше, чтобы его веточки я закрепила, пока у меня разогрелся за это время клей. Я хочу наши веточки немного клеем зафиксировать и насыпать сюда снега. Так, шишечки наши зафиксировать. Смотрите, прохожусь с горячим клеем-пистолетом по нашему подсвечнику. Он немного укрепит его, чтобы подсвечник не был таким хитким. И насыпаю снег искусственный. Он пластиковый и немного подтаивает под горячим клеем-пистолетом. Ну ничего, все, что мешает, лишнее мы уберем. Потом мы подклеили наши ягодки, теперь они хорошо сидят. Подклеили немного шишечки, теперь оно не будет распадаться. Здесь у нас печально совсем была звездочка, мы ее украсили немного снегом. Еще пройдусь.
было красивенько, на снежиночку насыплю. Все, теперь пусть это все остывает, и можно заниматься уже с блестками, пока такой вид имеет наш подсвечник. И сейчас продолжим украшать его дальше. Смотрите, друзья, у меня есть еще вот такие вот новогодние бусинки блестящие. Есть синие и фиолетовые, но я решила, что добавлю такие золотистые, а не бледное золото. И кое-где добавлю блеска этими шариками. Синий, конечно, я очень люблю, но решила, что сюда все-таки лучше пойдут желтенькие блестящие бусинки. Таким образом я отрезаю, и на горячий клей-пистолет я наклею бусы. Ну что, много их тоже не надо перенасыщать бусами. Смотрите, друзья, наш подсвечник уже немного преобразился. Уже он смотрится веселее. Но это еще не все. У нас есть блесточки. И я сейчас буду украшать еще блестками. Блестки, которые у меня есть, насыпаю в небольшой листик бумажки. Немного таких с розовинкой. Немного таких. Этим я буду посыпать наши звезды. Я покрываю лаком. Шишки тоже накидаю блесточек. Смотрите, друзья, пока выглядит все вот так вот, пусть оно подсохнет. Звезды наши блестят, шишечки тоже. Пусть подсыхает, и лак он высохнет и станет прозрачным. Смотрите, друзья, в итоге какая красота получилась. Как красиво блесточки переливаются.